Всем привет, ребята, меня зовут Влазочка, сегодня я буду в теле ЛЧика, и вы скажете, ёшкин ты кот, он же маленький, хп у него, чё, у меня много хп, погодите, может быть, а я же урон даже не получу. О, давай, аккуратно, тихо, тут скретчи, пусть он пока что занимается своими делами, а я с вами поговорю. Так вот, сегодня я буду ЛЧик, у меня есть суперспособность, я умею брать блоки. Вы, наверное, скажете, в чем тут твоя суперспособность, это умеет делать даже эндермен, а я вам отвечаю, я умею не просто брать блоки, я умею их, и вот, так, погодите, кнопку вспомню. Да погоди ты. О, даже выкидывать не надо, видали? А еще звуки прикольные издаю. Ну да, я маг волшебник. Так, ладненько, мне нужно проследить за скретчиком. О, погодите, надо включить эту смену голоса. Я буду с ним сегодня говорить, но он не поймет, что это я. Скретчи! А, вернее, здравствуйте. Я Элэй, я буду работать за печеньки на вас. Ну, привет, Элэй. А что-то у тебя голос какой-то подозрительный. О, у меня переходный возраст. Ребята, вот Фласка опять забыла включить смену голоса, и мне придется ей подыгрывать. Ой, господи. Да-да, хорошо, за печеньки. У меня нет печенек, у меня есть бревно. Вам показалось, я ничего не включал. Вы о чем вообще? Я просто-напросто... Мне 13, у меня ломается голос. Да. Да-да, хорошо. Это не важно, сегодня я вам буду помогать во всем. Смотрите. Ой, что-то слишком много. Обмен. Фу, что это такое? Ага, ну да, не капли. Погодите, у меня срочные дела. Твою кукурузину я. Я забыла, что нельзя покушаться на Тинти. Сегодня ты не Фласка, ты не любишь Тинти, ты его ненавидишь. Все, запомни это, запомни, вживаемся в роль. Здравствуйте, у меня было помутнение разума, вот, секундное. Это бывает, я Элэй. Смотрите, что у меня. Ребят, посоветуйте таблетки от шизы для Фласки, спасибо. Мне листа не нужна, спасибо. Ну и ладно. Ребята, посоветуйте таблетки от шизы для скретчика, он думает то, что я не Элэй. Странно, что вы не выронили то, что вы любите. А, вы любите тень. Хотите, я его дюпну вам? Не хочу, я его хочу сжечь в лаву. Только нужно для начала ее найти. Давайте дюпну, вы хотите, чтобы я дюпнула, давайте. Не хочу, спасибо. О, а вон как раз таки и лава. Блин, ребята, я что-то в женском роде сказала, ёшкин ты кот, а он даже не заметил. Повезло. Здравствуйте, погоди, давайте мы с вами чем-то полезным займемся, например чем? Например, давайте вы сожжете этот Тинти весь, вот. Я пойду по делам. А он куда-то сюда скинул Тинти, где Тинти? Мне нужно хотя бы одну штучку, я его умножу. Тинти, боже, все, начинаю. Что за странные звуки, как будто кто-то смеется. Не-не-не-не-не, вам показалось. Все, у меня куча ТНТ, я могу возвращаться. Здравствуйте, молодой хороший. Вам помочь чем-нибудь? Хотите, я вам тюпну вашу морковку? Да, хочу. Морковку. Держите. Две штучки, вы дали одну, кэшбэк две. Зачем? Ты что, офигела, Лэйчика, трогать, я маленькое милое существо. Подожди, ты ровно в два раза умножаешь, вот тебе две морковки. Откуда вы знаете, что ровно в два? Ну да, такие есть. Так, а теперь я скидываю 31 штуку. Угу. Откуда у вас столько? Умножаю. Держите. Господи, вы как... Извините, пожалуйста, вам не идет этот шлем вообще никак. Можете снять его? Не понял. Там что-то сзади. Что там? Ребята, это просто трешня. Скретч, как напяливает шлем, он просто его IQ 0. Просто 0. Он становится супер-мега тупым. Извините, молодой человек. Чё? Что за техника телепортации? Не понял. Все так. Я взлетаю. Где он? Мне уж стало на секунду страшно. Если он появится прямо за моей спиной. Что вы тут делаете, молодой человек? Отнесите меня в деревню, мистер Элэй или мисс Элэй, а вот я чуть пока не знаю. А вас волнует, кто я? А? Какая разница? А? Все, хватит. Какая разница? Какая разница, скажите мне? Молодой человек, я могу вас довести до куда вы скажете, но вам придется заплатить вот этим шлемом. Я хочу себе такой же, мне он очень понравился. Шлемом? Да. Ну, а погодите, хорошо. одну секунду. Короче, я просто-напросто хочу спереть у него этот дурацкий шлем и выкинуть нафиг. Ну так что, вы согласны? Мне кажется,
кажется, вы хотели замутиться, когда говорили, что хотите избавиться от моего шлема, а? Что значит замутиться? Типа найти себе пару и замутить? Не-не-не, эти ваши современные молодежные сленги, я не шарю за них. Так вот, дайте мне свой шлем, и я вас отнесу куда угодно. Могу сразу в ванну. Хорошо. Ну, нет, оплата, постоплата. Я вам пока не доверяю. А я вам не доверяю. А если вы мне соврете, а я хочу такой замечательный, прекрасный зеленый шлем. Я попу ставлю, что поделюсь шлемом. Я попу вам ставлю, что я донесу вас после того, как получу шлем. Я не верю вам. А я вам не верю. Хорошо, возьмите меня на руки, и я скину шлем. Давайте. Я взял вас на руки. Скинул. Спасибо, Саша. Что за фигня? Пожалуйста, надевайте и полетели. Ладно, хорошо, выполню свою миссию, а потом, если куда-то вы захочете, я вас никуда не понесу, потому что вы уж задолбали пиарить свой дурацкий шлем только... А где пиарить? Вот мне Фласка постоянно говорит, что ты свой шлем в моих роликах пиаришь? Ой, ёшкин ты кот, я случайно, извините, пожалуйста. Ненавижу его. Ненавижу тогда, когда он постоянно... Фласка мне это говорит, Фласка. Нет, мы просто подыграть Фласочке. Нет, он постоянно. Если ты все запалил, то надо просто подыграть. Он жопа сутулая. Ненавижу я за это скретчика. Где он? Он где-то тут стопудняк появился, жопа сутулая. Ладно, я возвращаюсь обратно в лес. Все-таки я как бы обещала ему. Эллей! Назад! Назад! В деревьях я! Чисто просто муравейчик. Ладно, я донесу вас. Донесу я вас до точки назначения, потому что все-таки вы мне заплатили шлемом. Собака на меня бежит быстрее. И пофиг на эту собаку, псина сутулая она, понимаете? Полетели. О, смотрите, я нашел что-то получше. Как вам это? А ну-ка, вы сами спрыгнули. А где мой шлем? Ой, вопросы. Не знаю, может он слетел от ветра? Ну типа, потоки ветра, что такое? Отдай мой шлем. Я с тебя вытрясу его. Вытрясу. Он на моей голове, вы его не вытрясете. Я вам не помогу построить портал. Зачем вы это сделали, скажите мне? Ну что, Элла, не понял? Подкоп! Да. Чертила. Вам помочь достроить, либо нет? Плата, морковка, я хочу хавать. Апгрейд. Что там? Добро пожаловать в орден Золотая голова. А он дает огнестойкость. Жаль, не разум. Жаль, конечно, IQ он не повышает. Здравствуйте. Так, что, давайте заключим пари. За морковку я весь обсидиан вам соберу. За морковку или за динамит? Я хочу, дайте морковку. Пожалуйста. Пожалуйста, морковку. Ладно, морковку. Это мне 29 штук, спасибо. Хорошо. Начинается строительство. Вон еще два обсидиана. Нет, ну он специально встал. Он специально там встал, он знал, что я буду ломать и поднимать. Я не заметила. Ладно, кэшбэком я ему вот это золото отдам. Нет, интересно. О, здравствуйте. Смотрите, это вам. Мне это не нужно. У меня теперь есть лисичка. Пойдем со мной, моя лисичка. А как же ад? Вы же хотели в ад. Нет, я хочу домой. Ну, хотя в ад тоже можно. Но там лисичке жарко будет, и у нее шерсть сгорит. Не сгорит у нее шерсть, это Майнкрафт. И ей будет самое то. Смотрите, вот мы стоим вот прямо тут. Лисичка! Чё? Иногда кажется, у вас проблемы с головой. Я не услышал! А вас случайно в детстве не роняли? Нет, не роняли. Ага, ну понятно, я вас понял. Это ваше внутреннее я говорит, помогите мне, как и эта лиса, да? Нет, это не так работает. Ладно, хорошо, что делаем? Давайте! Смотрите. Я выполняю все ваши пожелания. Куда вы хотите? В ад? Или вы хотите в деревню? Деревню мы так и не нашли. Что? Что? Что мне сделать? Мы можем построить портал в аду. Полетели. Ой, в деревне. меня? Я взял! Все, летим! Наверняка он где-то тут. Сейчас найдем с высоты птичьего полета. Что? Справа светится что-то в горе. Там по-любому клад. Правее, вон туда. А где ворота? Где? Ниже. Не, вон светится между деревьев что-то. Где? Да дальше, прямо. Лечу, направо, ну. Направо. Так, ну. Еще раз направо. Так, ну. Во, снизу что светится. Во, что тут, клад. Не клад, летим дальше. Да тут ничего даже не светилось, это была просто-напросто лава. Все, я ищу какую-нибудь деревню, но я не хочу в снежном биоме. Полетели в обычный биом, вот он как раз-таки через пару минут. О, нормальный биом, ща найдем где-то тут деревню, я чую. Пахнет доставучими жителями. О, как красиво.
Я ж говорил, я нашел. Вот, я молодец. Кто молодец? Я молодец. Плятя. А, нет, стоп, погодите, вы мне заплатили, все нормально. Так, нужно теперь мою лисичку припарковать. Вот, например, вот сюда. На, жуй. Лисички разве едят морковь? Да, мои едят. Они любят кроликов. Вот, ест уже сидит. Я могу вам доставить пару кроликов из соседней пустыни за что-нибудь. Хочу плату. Они едят вообще-то курицу. Ну, могу курицу найти. О, ладно, хорошо. Нет, погодите. А чем платить будете? У вас есть что-то ценное? Да. Да, у меня есть. Есть. Короче, рассказываю. Когда-то давным-давно я был в пиратском корабле. И там были серебряные жетоны, которые можно обменять на самые загадочные вещи человечества. Слышите, а вы были правы, Рилли съела, смотрите. Ну вот так, да. Так, может быть, попу курицу вашу? Нет, у меня есть 14 жетонов, на которые можно купить даже лампу Джина. А? Хочу лампу Джина. О, куриц принеси тогда. Вы гляньте, тут сколько куриц. Я придумала, идеально я придумала. Я просто-напросто беру, друг на друга их садю. Да куда вы бегаете? Мне в один блок быть неудобно. Сажаем. Ну куда? Ты твою курузу бамс и бери. А, я не могу сразу много взять. Окей, ладно, хорошо. Точно, у меня есть идея. Я позаимствую у вас. Вот там, кстати, первая курица. Вот она вам на голову. Вот. Одной курицы хватит. Я сейчас принесу кучу всего. Нет! Погодите, мне нужен этот поводок. Короче, ребята, у меня гениальный план. Я просто беру вот так вот. Бамс. И одну на руки. Опа. И смотрите, целых две сразу. Чау! Смотрите. Опа, зырьте, притащил я вам. Целых две. Вот, теперь нужно привязать лисичку, потому что она убежит. Все. Во, ладно. 14 пират... А, не нужны уже, да? Да ну, нужны, ладно. Нужны, я собираю всех ваших кур. Да елку, ёшкин, макарёшкин, куда? Да сюда. Да сюда. Опа. О, смотрите, вот, ваша лисичка. Лиса проголодалась. А я вам говорю, только не отпускайте ее, а то курочкам капец. Поп. Так, курочку кушай, на. Да, ну ты иду. Короче, 14 пиратских жетонов. Но нужно добраться до затонувшего корабля, который находится прямо на экваторе. А где экватор? Там. Что, полетели? Да. Чау! А что, на лесу пофиг, да? Да, ее там жители покормят, нормально. Ничего себе. Ну ладно, не ожидала такого. Окейушки, летим искать экватор в Майнкрафте. Правда, его не существует. Ладно. Окей, надеюсь, что-нибудь да найдем. A few moments later. Смотрите, вот! Нашли. Это оно? Да, это корабль на экваторе Земли. Правда, куда-то делся торговец. Ну ничего, сейчас я дам секретные пиратские жетоны, которые есть только у меня. А у вас откуда, я забыл? А я когда-то был этим... пиратом. Ну, короче, на корабле работал. Кстати, у вас все глаза на месте. А дайте жетоны-то. Ща, отвернитесь. Я не смотрел, отвечаю. Повернитесь. Пиратские дуплоны жетоны. Я их нашел в этом, вот в этом. Вы меня что, только что развели, что ли? До свидания. Нет, ну куда, куда? Я же не доплыву отсюда. Ну а нафиг мы сюда? Нафига я вас сюда принес? Это был пранк. Ну вот, да, вот и выбирайтесь отсюда как-нибудь. Ничего, справитесь, не маленький. Вы уже 100 раз проходили Майнкрафт, я знаю. Откуда вы знаете? Оттуда. До свидания. В общем, ребята, меня только что развели. Дали кусочек железа. Ладно, я не буду его бросать, его сейчас донесу обратно. Но с вами на этом я прощаюсь. Куда он пропал? Не понял. Ладно, возможно, найду. Если не найду, значит, он ливнул с игры. Я вас люблю, целую. Видео сливать справа очень интересное. С вами была Флашечка из Скретча. Всем удачи, пока-пока. О, привет, Элэй. Я там в песок упал.